Да. После убийства директора Мирзаев явился ко мне и велел пригласить в крепость Каджаева на тайные переговоры. Как видно, Каджаев не знал ничего о Мирзаеве. Встречу я должен был назначить на утро 27-го. С Каджаевым я поговорил. Он обещал прийти. Больше я его живым не видел. Дальше? А затем Мирзаев ночью вызвал меня и заявил: милиция теперь припишет оба убийства учителю истории. Все будут уверены, что он сбежал в неизвестном направлении. Потом Мирзаев сказал, чтобы я на рассвете отправился в крепость. Дал мне в руки обрез и подробно объяснил, что делать. А потом? А потом я спустился в мастерскую и там остался. А спустя 2 часа я услышал голоса, они приближались. Я понял, что там идет Эргаш с Айшой. Они шли по коридору к мастерской. Я думал, все погибло. Но вдруг они свернули и зашли в землю. И я сразу закрыл дверь на засов. И затем напустили на них змей. Нет, это не я. Это все Кудрат. Слушай, Кудрат. Некогда. Мы вляпались. Завтра здесь будут археологи, и нам крышка. Собирай все ценное. Надо уходить немедленно. Только без паники. Где у тебя готовый товар? Вот он. Кудрат. Что? Там, в Зиндоне, я запер... Кого? Кто там? Айша. Студентка. Ниязова. И этот, внук Хамракула, Эргаш. Пронюхали. Не надо! Вот и все. Все. Я никого не убивал. Это все Кудрат Мирзаев. Он страшный человек. Уголовник. Я не могу себе простить, что связался с ним. Слизняк, продажная шкура. Тот, кого первым надо было прикончить. А теперь расскажите, как вы очутились в Тахта-Кургане?